В мире, где ведьмы правят северными небесами, душа животного живет рядом с душой человека, а власть принадлежит колдунам. Магистериум просто необходим людям. Он говорит им, что делать, подсказывает, что им нужно. Есть оружие, способное противостоять злу. Золотой компас помогает увидеть то, что другие хотят спрятать. Николь Кидман, Дэниел Крейг. В битве за суровую северную страну. Золотой компас. В среду в 20:00 на РЕН-ТВ.